Резиденция Вселенского Патриарха Варфоломея в Стамбуле взята под усиленную охрану. Турецкие полицейские сообщили, что предотвратили покушение на священнослужителя, который считается духовным главой православных всего мира. По данным полиции, заговорщики планировали напасть на него 29 мая в 560-ю годовщину завоевания Константинополя османами. Один подозреваемый задержан. Сам предстоятель Константинопольской православной церкви к сообщениям о заговоре отнесся спокойно.